Друзья, привет! Вы на моем любимом канале Новый Архив. Сегодня мы с вами сделаем обзор на продукты. Это будет новый мой плейлист на канале. Я там буду выкладывать видео чисто со стоимостью продуктами. И называется он «Чё почём». Сегодня у меня был закуп корма и был закуп минимальных продуктов, которые у меня закончились дома. Поэтому мы сейчас посмотрим, сколько стоит, как она выглядит. Пишите ваши комментарии и обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Погнали! Итак, погнали! Лавровый лист, хлеб с зернышками, 2 банана, редиска, 3 морковки, 450 грамм замороженные овощи, бонус для личи, майонез, 300 миллилитров. 2 лука, макароны 500 грамм, курица, килограмм риса, килограмм сахара. И все это у меня получилось 1371 динар. Чек прикреплю. Смотрим сверху. Вот такой вот наборчик. Сегодняшнего похода утреннего магазин Lidl. Утром мы еще зашли на рынок, взяли килограмм клубники 500 динар и килограмм орехов 500 динар. Орехи замочили, потому что уже есть их замоченными. Вот такой мини-обзорчик. Сейчас будешь кушать, Дела. А так, вот таким образом мы посмотрели все продукты. Если вам понравилось это видео, напишите в комментарии, что вы думаете под... Бла-бла-бла-бла-бла. Если понравилось это видео, поставьте лайк этому видео. Напишите в комментарии, если понравилось вам это видео, да, понравилось, или просто напишите, сколько раз у вас за окном. Это моя личная фишка, я всех прошу написать. Хотя бы какой-нибудь комментарий и поставить лайк, это недолго, это всего лишь секунда. Спасибо!